Я приветствую наших зрителей. Весь утро Карачаево-Черкесия продолжает вещание. Погода сегодня облачная, но греет солнце, а ветер не дает расслабиться. Будет ли он продолжаться, узнаем чуть позже. Ну а сейчас время новостей. Северокавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора с января по 16 мая на территории Карачаево-Черкесии проконтролирован экспорт 174 партий молочной продукции. На каждую предоставлен полный пакет документов, подтверждающих качество и безопасность ветеринарных грузов. Весь объем соответствовал требованиям технических регламентов Таможенного союза и ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортеров. В Абхазию, Азербайджан и Казахстан из Карачаево-Черкесии направлено 580 тонн кефира, мацони, сметана, айрана, каймака и катыка. В этом году отгрузки выросли на 20%. Я абхаз, сын гор родных. Под таким названием в Кочугу имени Умара Алиева прошла научно-практическая конференция, посвященная 150-летию со дня рождения патриарха абхазской литературы Дмитрия Гуля. Организаторами научного форума выступили университет, Международное объединение содействия развитию абадино-абхазского этноса Алашара и Абхазский государственный университет. Творчество Дмитрия Гуля сыграло основополагающую роль в становлении и развитии абхазской национальной поэзии и культуры. Он был не только писателем, но и поэтом, но и еще активным общественным деятелем, внесший значительный вклад в развитие образования и науки в Абхазии. Исполняющий обязанности ректора Кочугу Таусултан Узденов подчеркнул, что творчество Дмитрия Гуля является неотъемлемой частью духовного наследия народов Кавказа. Эта неделя у нас была неделя абхазско-абазинской культуры, и наши ребята тоже, кто с вами познакомился, наши преподаватели тоже говорят, такие замечательные ребята, и вы самым наилучшим образом показали здесь, особенно гостям, я говорю, образ Абхазского университета. Да, глубокий образ богатой культуры, абхазской культуры вы здесь показали. Большое спасибо. А сегодня, послушая ваши голоса, проникнутые уважением, да, к высоким ценностям тех людей, которые оставили нам вот этот след, завещали, я вижу, что абхазская культура, абхазско-абазинская культура в языке абхазском, в абазинском языке и наша кавказская культура, она будет жить и радовать весь мир своими достижениями. Большое вам спасибо. А Карачаево-Черкесский государственный университет для вас. Теперь уже мы часто будем приезжать. Это ваш второй дом. Приезжайте, будем дружить с семьями, университетами. Добро пожаловать! Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на ногайском языке. Я с вами прощаюсь. Хорошего дня. В заключение расскажу, какой будет погода. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь. Ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 метров в секунду. Ветер восточный четверти 5-10 метров в секунду. Днем порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12. В горах местами плюс 2, плюс 7. Днем плюс 18, плюс 23. В горах местами плюс 9, плюс 14 градусов. Черкесский кратковременный дождь, гроза. Ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду. Днем порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12. Днем плюс 21, плюс 23 градуса.